Потому что перед нами тут минное поле. Ага. Карта ж минных полей, я у вас видел, в полном порядке, соответствует. Сигнальные устройства... Они все вот по вот этому бугру и по скату, противотанковый, противопехотный. Все, ну тут как... По всему вот так ты видишь. Я понял. Пройдемте тогда на наблюдательный пункт. Так, сколько здесь до них? Полтора? Полтора километра, чуть меньше. Плюс-минус 100 метров. Ну, просто рельеф местности, смотрю, такой, что они могут и ближе подходить, да? Могут, да. Ну, ясно. Ну, у вас, я смотрю, нормально здесь все. По крайней мере, видно, как на ладошечке. Инспектируя наши позиции на Попостенском направлении, я убедился, что в инженерном отношении позиции полностью соответствуют нормативной документации. Как вы можете увидеть, перекрытие здесь в 4, а то и более накатов, поскольку здесь самая, сказать можно, горячая точка. И наши военнослужащие не брезгуют безопасностью и перекрывают, и делают укрепрайон очень надежный. Также здесь все окопы и траншеи вырыты согласно нормативным документам, полностью обеспечивает скрытое передвижение наших военнослужащих. Плюс к тому, что на позициях полностью оборудованы и места для купания наших военнослужащих, также места для отдыха, места для ведения наблюдения. Все соответствует нормативным документам. Шансовый инструмент находится в отдельном помещении, твердым топливом и вещевым имуществом, а также другим имуществом обеспечены на 100%. Также на данном направлении есть ложные позиции, а также наши позиции, они полностью замаскированы и позволяют выполнять задачи по предназначению скрытно от противника.